Здравствуйте, дорогие друзья. Вадим Богданов, видите, вы его вот в центре. Из Малевича, инспектор этого матча, состав Могилевского Днепра на ваших экранах. Я его, конечно же, голосом дублирую. 12 номер, вратарь Светлана Коломейцева-Корбут. 7 Виктория Бурлюгова, 9 Валерия Барбаренко, 10 Марина Пушкарь, Ксения Карпова, 55 и 99 Яна Домин. Главный тренер Михаил Соболев. Стартовый состав Дюш Полез ГУ и главный тренер Пинчанок Сергей Евич. 10 Валерия Сергей. Спокойно она вот Яны Голик передачу точно делает, Пушкарь, ну и на нее... Тут же нападает Агиевич. Мяч сохраняется у могилевчанок левым флангом. Атака их развивается. Подача Барбаренко. Нужно замыкать. И мяч в сетке. Виктория Барлюгова забивает в самом конце 9-й минуты. Таким образом, открывая счет, вот, воспользовавшись этой самой передачей, быстрой атакой по левому флангу. Ну и передачей, последовавшей от Валерии Барбаренко. Давайте смотреть повтор. Ну вот мяч у Леры. Ну и левая нога рабочая. К его подаче. На Барбаренко идет пас. Барбаренко. Удар по воротам. Ну и что? Не попадает мяч к Житко. А не было ли там вот во время удара положения вне игры Пушкарь? Да, вообще, конечно, вот всегда, когда доводится видеть в деле вот воспитанник и воспитанниц пинского футбола. Ох, Соливончик, да, конечно, надо сразу же мяч прижимать. Непременно за линию ворот. Ну вот, вышло именно так. Пушкарь. Сделал лишнее касание, но, в общем-то, по такой игре это совсем не страшно. И по такому сопернику. Здесь Цибульская стоит вот за эти полчаса выпить его, а может даже и не одну кружечку. Совсем мы ее в деле не видим. Барлюгова. Надо побыстрее входить в штрафную. Атаку все-таки там Юлия Денисенко поддерживала. В предыдущих раза Барбаренко розыгрыш делала. Сейчас подачу. Ну и надо забивать. Житко это делает. А вот, в общем-то, Ларчик просто открывался. Оказалось, что надо было Барбаренко просто делать подачи туда, в площадь ворот. Ну и там уже ее партнерши разберутся. Ну и получается, что Валерия Барбаренко уже... Два голевых паса сделала. Первый на Сергеевич на 9-й минуте. Ну и, соответственно, на 31-й мяч отправила. Пушкарь надо было попробовать. Может быть, даже и в касание пробить. Но было неудобно. Барбаренко, ближний угол. Соливончик. Ну зачем? Зачем сейчас мешала там защитница своему вратарю? Карпова. Просто заброс. Хотелось бы. Сколько я помню, да, здесь Барлюгова бьет поворотом, ближний угол, ногой мяч отбивает Соливончик, ее здесь страхуют защитницы. Чемпионата Беларуси среди женских команд, Дюш Полез ГУ Днепр, 2-0. Этот матч пройдет, ну, насколько я могу понимать, на стадионе «Спартак» в Могилеве, и стартовый свисток прозвучит. Какой момент у Житко прозвучит? 18:00. Серьезно? Да, вот с момента начала участия команды в элитном дивизионе российского чемпионата серьезные идут изменения тренерского штаба. Галина Комарова начинала работать. В кадре не вижу. Ну, судя по всему, так и есть. Вместо Гирник вышла Степенчук. Хотя Гирник была очень заряжена. Ну, как же пропускает этот мяч над собой. Каролина Житко выводит. Ну, как выводит? Она укрепляет просто преимущество Днепра. Делает его 3-0 на 56-й минуте. Да, конечно, могла, наверное, и получше сыграть. Пусть, конечно, Ксения Соливончик и не вратарь. Но надо было справляться с этим ударом. Ну, согласитесь, друзья. Да, ну, Карпова. Денисенко смотрит налево, Анна. Ну, вот не проходит передача, потому что ее прервала Яна Голик. Голик вперед, Агиевич. Ну что, прорвется к воротам Настя? Хочется даже за нее поболеть в этой ситуации. Агиевич бьет. Ну, и это первый удар. Дюш Полез ГУ. Надежда. Это серебряный призер чемпионата Советского Союза 91-го года. Ну, мне кажется, что
Об этом нужно все чаще и чаще напоминать, чтобы девчонки помнили, чьи они правоприемницы. Удар. Штрафной удар. В стенке две футболистки. Карпова делает подачу. И надо забивать. Михайлова встретилась с мячом. Могла она забить. Вот первым, может быть, или вторым своим касанием. Да, и Алина мяч как раз-таки получает. Перед ней нет никого фактически. Поэтому играют снова-таки во фланг на Домин. Домин, это удар поворотом и мяч в сетке. Наверное, этот гол будет претендовать на лучший в 13-м туре. Решилась на дальний выстрел Яна Домин, да, безусловно. Появилась сразу же у этой девушки на лице улыбка. Ну, классный выстрел. Ну и, наверное, застала она все-таки Ксению Соливончик врасплох. Таким образом, 74-я минута, счет у нас стал 0-4. Да, ну, Карпов во фланге играет, вот на позиции правого полузащитника. Интересно. Подача от Яны Домин. Жидко. Ну что, надо забивать, да. Делает хитрик на 78-й минуте. Каролина Жидко. И мало того, делает счет 0-5. Сейчас, на самом деле, Ксения Карпова. Подача. Удар поворотом Нестюкович неточный. Для команды Дюшполис ГУ. Вот, это все, конечно, очень условно. Нападающий полузащитник. При этом есть 6 очков целых. Ведь давайте не забудем. 2 победы в этом сезоне. Какой момент? Ну, сейчас эту молодую девушку. Что ж, кроме того, что сказать здоровье, ничего на ум не приходит. 5-я минута уже у нас идет. Ну что, Нестюкович, надо забивать. И Нестюкович все-таки забивает. Все-таки своего она добилась в этом поединке. 0-5. 95-я минута. Татьяна Нестюкович. Все-таки своей родной команде. Ну уж буду я так говорить. Надеюсь, не грешу против истины. Она забивает все-таки. Уже навсегда Вадим Богданов. Таким образом, победа Днепра со счетом глаза. Для вас работал Андрей Ильеня. Услышимся на матчах женского чемпионата.